Вот так сейчас выглядят улицы в ряде городов аргентинской провинции Санта-Фе. В реки они превратились в результате проливных дождей, которые обрушились на север страны. Много водоемов вышло из берегов. Мы наблюдали это в 2015, 2016 и 2017. В 2018 наводнения не было, но в 2019 оно опять пришло. Местные СМИ сообщают об эвакуации около 3500 человек. Власти принимают меры, с жилых улиц пытаются откачивать воду. Тем временем местные жители оценивают ущерб, причиненный домам. Они также обращаются за поддержкой к правительству. Мы попросили президента сжалиться над городом Конкордия, потому что мы устали так жить. Сильно пострадала и местная экономика. В провинциях Санта-Фе, Чако и Сантьяго-дель-Эстеро затоплено около 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Последние несколько месяцев в этих регионах шли непривычно сильные дожди. Фермеры потеряли много урожая хлопка, риса и других культур.